Всем привет, друзья, вы на канале Султан... А, что с музыкой? Алло! Стой! О! Всем привет, друзья, вы на канале Султан, меня зовут Влад, и мы начинаем проходить игру Мимология под названием... А, вот даже вот так вот. О! Вот так вот. А, значит, что я хочу сказать. Запускается она как Амон Симулятор, Симулятор Русской Деревни, то есть как-то так, я думаю, это те же производители, разработчики, вот, а в мемологии я особо не силен, мы эту тему скипаем обычно где-нибудь в своей игре, а, но давайте посмотрим, попробуем, что я зря ее покупал что ли, пройти тест, кого пытается выгнать президент Украины, а, злочинеца, разбойника, негидника, а, паразита, паразита, нет разбойника, какой зверь слабее Льва и Тигр, но в цирке не выступает? Волк есть. А где работает этот доктор? Какой доктор? А Мимаси, который в стационаре? Какой номер у одного из самых популярных объектов SCP? О, это у меня на будущее задел Я так хотел, но, блин, короче, давай О, угадал Русь. Что говорит эта птица? А, что ж А, нет, так, блять а, О ком из них в мемной культуре высказывается положительно? Не о ком Хорошо О чем в этой ситуации говорит президент Украины? О газовом долге? Я не это, не в курсе. Этот пес одно из самых популярных животных в интернете. Все всего даже назвали криптовалюту. Его имя а, Доги. Доги Коин, я помню, Илон Маск топил за нее. Press F to respect. Это из Call of Duty. А, Modern Warfare 2, по-моему. Нет, или Black Ops 2. Что говорит этот доктор? Здравствуйте. Добро пожаловать в дурку. Ладно, что делает этот маленький зверек? Бежит, пользет, крадется, прячется. Прячется, крадется. Какую фразу выкрикивает эта обезьяна? Бунт. Только что на плакате видели. В... Вчера проходил я буквально... Ой, вчера. В понедельник был выпуск про ОМОН-симулятор. И там на митинге держали плакат с этим мемом. Там было бунт. Бунт написано. Этот зверек часто становится мемом. Какого он вида? Это опоссум. Какие фрукты не любит эта кошечка? Я не знаю, но лимоны пусть будут. Бананы. А в каких случаях принято использовать эту картинку? А для высмеивания безграмотных людей. При плохом качестве изображения. При высмеивании различных бизнес-идей. При низкой успеваемости учеников. Да, бизнес-идея подходит. Какую фразу произносит этот код? А чё, в смысле? Угадал Какой из представленных мемов Самый старый? Кот Борис, кот Жух, кот Сосиписос, кот Хлеб Кот Хлеб Как зовут автора этой знаменитой лягушки? Маркус Перс, Мэтт Фьюри Держи Голубя А, жабу Что пытается сказать эта деревяшка? Здравствуйте это мы знаем. О чем э, думает Путин, глядя на камень? Э, о, о русском народе? Я не, я не знаю. Какая надпись соответствует данной картинке? Это же просто телефон. Ты кому звонишь? До связи. Ладно. Этот код стал мемом из-за фразы Соси песос. Кто прочитает, тот и че. Какое название носит самый мемный э, водный объект в истории? Э -э, Суэцкий, Панамский. Суэцкий, по-моему, да. Кому обращается эта собака? К Диме? Максу? Эта кошка часто становится героем мемов. Что это за вид? Это манул. Один манул, два манула, три манула. Какую фразу произнес этот кот? Хоба! Нет, омагат, омагат. безумно можно быть, безумно можно быть первым, безумно можно через терни. Какое самое милое существо в интернете? Вжух. А, пепе, доги, кот, вжух, кот, соси, песос. Мне только что говорили, что это кот Борис, алло. Пару мемов назад. Вы чё, забыли уже, что ли? Доги. Финальный. В каких условиях вы сидели? В каких условиях вы сидели? На стуле? Барак. Ваш результат 13 из 30. Ну, слушай, я сейчас, под... я сейчас молодец. А, я могу 100% пройти. Смотри, разбойник, волк. А, здесь в дурке. Здесь SCP-173. А, здесь так, блед. Здесь ни о ком. А, о том, кто он такой. Доги. F. Добро пожаловать в дурку. Крадется. Память. А, память. Бунт. Опосум. <coughs> а, бананы. Слушай, я в мимологии уже... Подтянулся, бизнес идеи высмеивают А здесь, а чё в смысле Слит нас маленькие буквы а, Кот хлеб, вот, мне говорили Кот хлеб это, а не соси песос а, Мэтт Фьюри Держи жабу Здравствуйте О а, а способности камня Платить налоги До связи а. А вот это вот Кто прочел, тот воскреснет. Кто прочел, тот сдохнет. Так, хорошо, вот так вот. А, Сойский канал. К Максу, к Диме К Максу. Манул. А, омагат, омагат. Первым. Доги. Парак. 30 из 30, понял. Батя просто. Достаточно один раз понять, и Батя просто затащит. Это рекорд мировой. Я, я надеюсь, это мировой рекорд. А, так, ну что, тогда будем делать такой вот выпуск. Маленький, короткий, смешной, прикольный. А, я не скажу, что смешной, прикольный, мемы. Мемы. Эй! Hey! А, в общем-то, что? Давайте на этом будем прощаться. Спасибо, друзья за просмотр, пусть короткого, но насыщенного ролика. Не забывайте про ссылки в описании, которые находятся под видео. Троба, Good Game, Twitch, YouTube и, самое главное, VK Play Live, где они с недавних пор тоже есть. Также телеграм-канал, сервер Discord, паблик ВКонтакте, Донейшн алертс, бусти. Спасибо за ваших донаты, кстати. Студия развивается, студия растет. Скоро приедет свет еще дополнительный. Поэтому будет вообще просто конфетка. А, спасибо, друзья. Спасибо вам. Спасибо за репосты. Особенно ВКонтакте я видел пару репостов. Спасибо, спасибо, спасибо. А, мы продавим этот путь. Мы продавим этот... А... Что это такое? Наплевал на микрофон. Так. Друзья. Встретимся в следующем ролике с следующей игрой. Я с вами прощаюсь. Всем пока.